начальником ставить человека без образования, который там болтает просто непонятно чем, блядь. Начитается практика судебная, ну, всякую, как Путин говорил насчет этого Пескова. Что-то какую-то пругу несет. Ну, что-то говорит. А людям не следующим, типа, ему нравится, как что-то он говорит. Ну, фигню всякую там, ни о чем, но много такого, умные слова. Научился болтать. Ну, знаний-то нет никаких, потому что, почему, как доказательство, потому что. Ну, вот она его в ноябре сделала начальника, а 1 марта там где-то он написал заявление, психанул, написал заявление, и я уволился. Я ухожу, уволился. Она 2 недели ходила в шоке, там, серая. Типа, вот он ее как кинул, да? Человек, которому она всей душой там. Он это кинул. Ну, это было такое, да. А почему он ушел? Ну, потому что я-то просто юрист, да? А тут начальник, ну, проявляй себя. Я тоже дурака как бы включил, там, дела есть, там, копошусь. А ему все задание больше и больше. А если у человека знаний нет юридических, профессиональных, он же не справляется с делами, с заданиями. Конечно, не справляется. Но они у него копятся. Он пытается что-то делать, психует.